Казахстанский боксер Геннадий Головкин встретится 18 марта в Нью-Йорке против чемпиона WBA в среднем весе Даниэла Джейкобса. Американец является серьезным соперником. У него рекорд 33 победы и всего одно поражение от рук российского боксера Дмитрия Пирога. Из 33 побед 29 одержаны нокаутом. Геннадий же на данный момент имеет рекорд из 36 побед, 33 из которых досрочные. 2016 год стал для него удачным. Он нокаутировал двух непобежденных соперников, и его номинировали на лучшего боксера года. Все же, пока что бой против Альвареса только лишь на слуху, а мы можем лишь пожелать Геннадию удачи в следующем бою. В прошлом видео мы спросили, какой боец UFC провел наибольшее время в клетке. Это был Фрэнки Эдгар. Сегодня такой вопрос: какой боец изображен на фото справа? Свои ответы оставляйте в комментариях, а правильный мы покажем в следующем видео.